Сегодня у нас 10 июня 2015 года. Вот, едет наш лагерь стан сюда. Это деревня Гиреев, Алтайский край. Бей! Ощущает. Вот на газели Виктор Николаевич с шофером. Там сестра Любовь Николаевна. Вон Ваня Дробот. Еще тоже машинка. Мир тебе! С миром! Вот так, вот она. Он вываливается. О, что приехал. Полная машина, да? Давайте, давайте. Вот. Так, давай. Или по пакетику. Берите по пакетику берите. Вот. Пойдем. Мир тебе, сестра. Это же его зовут Шарик. Шарик, ласковый песик. Надо один раз ударить в колокол, да и все. Собрать. Сейчас будем разгружать. Никуда не отходить. Там девочка. Ну-ка, скорее сюда. Быстрее. Просто уже. Давайте сейчас помолимся, поблагодарим Бога и будем разгружать все вещи свои. Сейчас не захочу. Благодарим тебя, что Бог нас благословил нас за это место. Да будет благословенно наше пребывание здесь. И славословие тебе да не Христа, да будет Христа наш. Благодарю всех, кто еще не успел приехать. И сохрани это место от пожара, от воров, от нечистой силы, исцеления наше. Тебе, Господи, слава за все тесты за Святой Дух. Аминь. Аминь. Задача у нас такая. Помочь сюда. Шофера накормить, дети там разгружают, мужики все поможем. Сейчас продаем. Все, Павел, иди, помогайте там, разгружайте. Руки с карманов не забывай. Оп. Отходите все туда. Подходите, помогайте. Игрушки-то надо было положить куда-нибудь. На лавку куда-нибудь положи. Да вот сюда. Шарик. На лавку положи. Шарик, шарик, шарик. Он стал большим. Стал большим, да. Он и был такой. Он был маленький, миленький, веселенький. Сейчас поеду. А вот это.
жизни запоминал ее. Я сюда вот подъеду. Так, подождите, сейчас подъедет он сюда. Фрося, отойди. Отойди. Мне на корч. Вещевой, на столы. Ребятишкам, да, побольше. Ваня, на вещевой также. Помогай, держи. Некоторые не успели, там в городе. Все хлеб плащут, там не успели, а сами его. Неси он хлеб за тетей. Место было? Было, и место было. Было еще забыто. Пока на стол, а потом там укажешь, где-то на столы. Столы. Давай. Давайте уберем, пойдем немножко. Так, вот этот не надо, не надо. Надо. Один мешок мы взяли пока. У вас, стой. Давай. Я отложу в сторону. Видите, Чили. Как загрузка какая. Сади. Привезли тут, пошло растительное масло, мы там выгрузили. Нам сильно помогла организация одна, потому что это хлеба накупили. Не было рису, не было пшенки, вчера пошли. И рыбы, хорошие рыбы. Сейчас в холодильник сразу в морозилку. Чья сумка? Давайте. Быстрее, ребятишки, забирайте вещи свои. Сюда, ставь рядом. Вот они сейчас. Сейчас-то тут немного, а у нас в среднем было 108-109 человек. Те годы, когда... Советский Союз был, тогда было проще. А там всюду приезжали. А сейчас за пределы республики никуда. Так, а ты еще стоишь? Иди, помогай. Всегда помогай. Ваня! Давай, твоя сумка! Вот они, да. Вера, не надо. Вот это маленькие дети. Ну, берите, ребятишки, что можно. Это моя сумка. Хорошо, давайте, чай вот это все. Давай, мешок, короче, это вот это моя. Видишь, как газель какая пришла. Мы, у нас еще у нас был этот Андрей стоял со своим как газель. И Сергей мог приехать. Ну, хватило. Кто-то другим путем поехал. Мы еще просили с Москвы, с Воронежа. Узнали каким-то путем. Ну вот пройдет маленькое время, подъезжать будут с Германии, с Франции. Тут не просто так. Вон оно как. Сколько им радости-то тут. Ну мы сейчас пока все это разбазарим, куда надо шофера отправим, тогда мы спокойно будем разносить вещи. Путевку на выпишите? А? Тихо. Путевку. Тимофею. Ну? Тимофею. Ну, потом. Ну, нет, не буду сейчас, если ехать. Так а путевка, ну вы еще надо мне взять только и все. Вы же все взяли? Ничего не взял. Ну как? Да не, вот это как, что там, одеяние там. А, это мне взял. Значит, да. Что, мне спросят, где ребенок? Где ребенок? Что в лагере? Это, ну, правда. Ребенка искать будут. Вообще здорово. Здорово. Мы тогда надо подождать маленько, дайте у меня печать, платье, потом. Да, штраф, что ребенка принят в лагерь. А? Ну принят в лагерь православный. Ну мы не даем такой справки, я могу дать ее. Ну мне спросят органы опеки, скажут. Где? Органы опеки, это другой разговор. Дайте, когда школу нужно... Куда сухари относим? Сухари туда. Сухари, благодарю. Куда делать? Куда делать? Куда делать? Куда делать? Куда делать? У меня бланк есть туда. Не, ну я просто с помещением сюда.
Так, наживу. Шофера накормить. А, пойдемте. Да ко мне худеть надо. Ну, конечно, надо. Вы мне так сказали, я хотел в августе приехать. Вы вот в августе, да, уже такой больше. Вы как звали Андрея Кураева, там вашу харя в день? Да я не Андрей Кураев, так я приехал. Здравствуйте. Шарик-то довольный у нас. Столько лет. Она в сентябре живет. Ну и все пустая, она знает. Какой бумаг, надо влаги разрушать. А я думаю, ничего так не надо. Да, конечно. Пусть она выходит, у нас телефон есть. У нас ни одной справки никогда не было. Справки даем, когда надо детям в школе отрабатывать. А они у нас, мы пишем часы, чем заносил воду, полол огород, пилил дрова, заготавливали в лесу. Он получает справку, вот, да, печать крестом. У меня есть прибор такой, вот, качество воды на содержание солей. Вот у нас приезжала санэпидемстанция, у нас выше среднего района положение. Да, очень просто. Я уже мерил, может померить. Нет, у нас это будет. Так мы мерили, слава. Краевая комиссия была. Брали молоко с холодильника, в колодцы и все купают. Вот нам сейчас померили, отлично. Ну, правда это. Так ты в колодцы еще посмотри, смотри. Так, за стол, давай. Если ты не можешь ни на неделю встать. А у меня билет. Так я вам писал, мне когда обратно? Весели вас хорошо. Да. Так, сейчас пока не разгружать, накормите. Накормить, потом поедет и разгрузится, и сам отправляет. Вот с вами поедет. Вам поедет? Куда? Я вам мама. Ну, с Корчина? Через Корчина? Через Корчина, в другого пути там. Нет, не нравится. С Корчина. Как на такой же дорогой ехали? У меня дорога лучше. Дорога не нравится. Впрочем, ты пока где дорога? Найдем, не заблудимся, по солнцу, по солнцу. Тогда, конечно, чтобы не плутать вам, на мотоцикле я поеду. За них, вам покажут там. На ребенка ксерокопию, свидетельство рождения. Не надо. Медицинскую полису. О, вот это другое. Не надо, да? А он осмотрел на кожное заболевание там что? Думал, что нету, может, посмотрим. Ну, тут осмотрим. Кожное заболевание, отсутствие глистов и педикулез, зашивленности не было. Все, больше ничего не требуется. Тут нас занимается санэпидемстанция. Санитарные книжки, все, у нас все есть. Там туалет или у нас флорировано, ничего. Они нас решили вот так вот тогда, кому не сказали. Но больше вот ничего. Я вам например, книжку подарок. Вот, хорошо. И главное, что они придумали. Московский комсомолец, статью за статьей. Лапки-то прихлопнули. Да такие вот статьи. Я когда вернулся, сказал, что ничего не было. Они никак. Я подал в суд. 2% полностью выиграл. А заплатили и по телевидению выступили. Опровержение. Ничего нету совершенно. То есть они такую гнусность. Я показываю. Вот это вот отопляется. А я подумал. Я так же дороже военкому платили. Подумали. Я подумал. Вот что любит. Он ни вошь не видал, ничего. А намек уже вот. Ну вошь тепло любит. Так и пьяница любит. Ну, у нас нет ничего, пьяница. То есть мерзавцы. Без помощи государства. Тысячи ребятишек отдохнули. Нет. Они мимо. И вот они сидят. Видите, какая лапка, да? Тут. Они сидят. Нет освещения. Ну как вот. Ну вы опровергаете через суд. Мы пишем, что нету. У нас на столе, вот посмотрите как. Стол. Ну, вон видно, клеенка на столе, они пишут, скругами и доски. Я говорю, ну вот же так, опровергайте через суд. И тогда московская газета, российская газета, это путинская, центральная. Ученики правительства Российской Федерации. Огромную статью про нас напечатали с фотографиями. И, наверное, первый зам Сурикова приехал, там еще машины две. И коммунисты, нигде ничего нет. Они стали разыскивать, кто писал, кто фотографировал. Но уже сделать ничего нельзя было, все. Написано «Шабаш нечистой силы».
И они пошли везде, на труду идти, не могут. Евгений почти. Чего нигде нету. Я на прокуратуру подсветили. Прокуратура. Исследует нету. А надо создать что-то. Возбудили уголовное дело. Детей избивают. Дети такие. Настоящие? По одному. Мы за полдня остановим. Я так рассказываю. Они дали нам рекламу. Психолюзию. Ненависть. Ну заходим. Так, Михаил, будешь? Садись, а ты сейчас ехать. Все, по слава Богу, у нас сейчас пост сначала, не весно, но еще не пишется. Там да ну что? Первый раз. Я флаг еще не повесил. Не патриот России. Виноват. Это сейчас. А где Тимоха? Тимоха уже. Ну, найди его. Бегай, позови Тимошу. А то папа уезжает, скажи. Надо помолиться. Мир тебе рассказывает. Что ты тут? Экскурсию проводишь? Ну да, объясняю ребятам. Ладно, ты же опытный. Это Ваня, мой друг. А, ему 14 лет, а мне 13. Да, видно, что 14 уже. По росту видно. Паспорт у меня уже есть. Ну, тем более. Ну, сейчас 14 лет, конечно. Вера, Вера, я тебе говорю, как там гулять? А там с кем? Ты его позови, он один, ты зачем гуляешь? Ну сейчас. Илья! Слышно? Пускай он сюда идет, все побегает. Помогай ему, помогай, нет. Что ты учишь? Ай, ладно. Вот и что, здесь он. Вот она будет. А будет что? Нет. Давай, три бокса. Давай. Знаешь, правило. Вон, учись по буму ходить с ними вместе. Только босиком. Прося, научи сестренку ходить. Научи ходить, говорю, по буму. О, Ксения. Не узнал даже тебя. На матрас.
Вот здесь должен быть, вот. На мот... На вид... Сколько у нас девочек-то? Там одна поселена с Валентиной приехала. Там тоже целлофан не стелили, нигде, да? Я вообще не делал. Но. Там они на бомбе, никто не разрешал. Почему разрешаете? Угу. Без письма проезжа, они сломают пенсионерки. Не, так я тут рядышком стою. Брося! Брося! Они же так-то не учат. Ты можешь упасть, потом я тебя буду учить. Тут с палкой. С палкой. Не, разрешал-то я, Игнать Мущин. А? Я разрешал. Они-то знают, эти-то знают.